Всем привет, с вами Владимир Сасин, и сегодня мы не в мастерской Рубанков, мы сегодня в лесу, необычно для нашего канала, но приятно для нас самих. Наконец-то мы вырвались, давно хотели, возможно, получится сделать целый цикл видео на тематику походов, ну не то чтобы выживания, но использование инструмента в лесу. Инструмент – топоры, пилы и тот инструмент, который используется для изготовления деревянной посуды. И сегодня небольшой ролик посвящен, так сказать, вспомогательному инструменту. Это вот такой axe bench, то есть верстак для руб. Вроде примитивное изделие, требует немного времени для изготовления и немного инструмента, который в любом случае приходится брать с собой в лес. Это пила. В данном случае это японская складная. Этой пилой мы отпилили заготовку по длине, необходимой нам. И потом сделали вот такой запил. Заготовкой послужил валежник сосновый. После того, как сделали запил, мы топором или обычным топором, или топором фро, который еще называют гонтовый топор, или топор для колки щепы. Вот таким образом мы поставили, колотушкой стучали. Практически хорошо у нас получилось, но без клина все равно не обошлись. Это ввиду того, что здесь сучки были мелкие, не так просто, как казалось. Но мы с этим справились. Заготовка не очень идеальная получилась. Тут вот трухлявая часть какая-то. Но меня это не пугает. В принципе, мне достаточно какой-то плоскости для того, чтобы сюда можно было, ну, ставить заготовки для того, чтобы рубить. У нас есть упор. То есть уже примитивненько, но вполне себе функционально. После того, как срубили лишнее, подтесали сверлом, в данном случае это 25 диаметр, шнековое сверло с саморезом, очень хорошо и мягенько оно само заходит, вороток руками крутится, все очень легко. Просверлили три отверстия снизу и под эти отверстия подогнали наши ноги. Ноги нужно расставлять определенным образом, под наклоном, под небольшим углом, для того, чтобы конструкция была более устойчивой. В последующем предполагается просверлить здесь еще два ряда отверстий, хотя бы три, ну или два, и изготовить еще встречные клинья, для того, чтобы можно было фиксировать заготовку, например, к уксу. Надеюсь, в следующих роликах мы покажем, как вырезать куксу на подобном верстачке, не побоюсь этого слова. Да, это не столярный верстак, но примитивный, лесной, но все же помощник, все же верстак. Так как это верстак для рубки, соответственно, можем порубить что-то. Я уже тут, пока оператор настраивался, начал тесать баклушу. В принципе, конструкция по высоте очень удачно для меня конкретно. Немножко шатко, но мне кажется, что вот эта шаткость, она из-за того, что здесь грунт уже, ну, не твердый, а поверхность не бетон, поэтому она немножко вибрирует, что ли, во время ударов. А в общем и целом, потратив полчаса, ну, час максимум, мы уже имеем отличную поверхность для того, чтобы работать топором. При необходимости можно также здесь использовать струбцины для зажатия. То есть можно вот так струбциной поджать или вниз. И уже работать другим инструментом. Скобелем, клюкарзами, стамесками. Как я уже сказал, можно сделать отверстие для того, чтобы так называемые колки сюда забить. И встречными клиньями также фиксировать
нашу будущую куксу, например. На моем курсе ученики спрашивают, как сделать подобный пень, на котором мы рубим, где его купить и так далее. Так вот, имея небольшой арсенал инструмента, пила, топор, который вы можете посмотреть по ссылочке и приобрести, соответственно. Используя эти инструменты, вы можете изготовить подобный пень, подобный верстак. У нас уже там готовится каша, меня уже зовут есть. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!